Продлевать срок займа можно бесконечно. Отличные наличные. Удобные условия по займам. Президент России Владимир Путин объявил 2018 год годом добровольца и волонтера, сообщает информационное агентство РИА Новости. Президент уточнил, что это станет признанием заслуг волонтеров перед людьми и оценкой их колоссального вклада в развитие страны. «Это ваш год, год всех граждан страны, чья воля, энергия, великодушие и есть главная сила России», отметил Путин. Пресс-служба Кремля сообщила, что указ о годе добровольца-волонтера уже подписан главой государства. В целях развития добровольчества постановляю провести в 2018 году в Российской Федерации год добровольца, говорится в тексте указа. Правительству поручено организовать комитет по проведению года и обеспечить разработку плана основных мероприятий. Госкомлес Тувы перед Новым годом объявил операцию «Елочка». Мероприятие по охране хвойных деревьев от незаконной вырубки проводится ежегодно в декабре. Главная цель – контроль, предупреждение, выявление и пресечение нарушений лесного законодательства на землях лесного фонда Тувы. Операция «Елочка» проводится во всех районах республики и за годы своего существования показала свою эффективность. Несанкционированная рубка даже одного дерева для украшения дома к Новому году – уже административное преступление. В рамках операции многократно усиливается проведение профилактических мероприятий, увеличивается патрулирование лесов и проведение рейдов по пресечению и выявлению незаконной вырубки лесных насаждений, в том числе совместно с органами внутренних дел. Также привлекаются к административной ответственности лица, допустившие нарушения лесного законодательства, материалы о выявленных нарушениях оперативно направляются в органы внутренних дел. А также проверяется законность перевозимых новогодних деревьев. Незаконная рубка деревьев влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3000 рублей, на должностных лиц от 20000 рублей и на юридических лиц от 200000 рублей. 9 декабря во всем мире отмечается День борьбы с коррупцией. Коррупция имеет много разновидностей – взяточничество, незаконное присвоение товаров и услуг, предназначенных для общественного потребления, кумовство, оказание влияния при выработке законов и правил в целях получения личной выгоды. Международное сообщество и широкая общественность во всех странах постоянно требуют от публичных должностных лиц большей открытости и подотчетности, в том числе в России и в Туве. Так, по данным Республиканской прокуратуры, за 11 месяцев текущего года органами прокуратуры выявлено более 400 различных нарушений антикоррупционного законодательства. По словам Владислава Пеняева, начальника отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии с коррупцией Республиканской прокуратуры, за 9 месяцев в Туве зарегистрировано более 70 преступлений коррупционной направленности, что больше на 18% прошлого года. 2/3 этих преступлений связаны с хищением бюджетных средств и использованием служебного положения. Также выявлено 12 фактов взяточничества. Следственным комитетом республики возбуждено более 30 уголовных дел, совершенных в крупном и особо крупном размерах. Самые резонансные уголовные дела – это, наверное, те, которые связаны с хищением бюджетных денежных средств. И в том числе масштабно выявлялись в этом году такие преступления, как хищение денежных средств, выделенных по программе переселения граждан из ветхого аварийного жилищного фонда. Глава Министерства труда и социальной защиты России Максим Топилин сообщил, что страховые пенсии в стране в 2018 году проиндексируют выше инфляции и раньше на месяц на 3,7% с 1 января. При этом министр напомнил, что индексация пенсий работающим пенсионерам в следующем году не предусмотрена, сообщает издание «Коммерсант». Изменение сроков индексации направлено на то, чтобы обеспечить более значимый рост реальных пенсий в следующем году. Другие социальные выплаты, по словам министра, проиндексируют с 1 февраля. Максим Топилин также заявил, что индексация социальных пенсий в России с 1 апреля 2018 года составит 4,1%. И о курсах валют: доллар стоит 58 рублей 93 копейки, евро 69 рублей 71 копейка. Для суровых зим суровые покупки. Даем стране угля и зимний противоморозный бетон. Участвуй в розыгрыше ценных призов. Подробности розыгрыша узнавайте по телефону 983-190-0006. Увидел? Понравилось?
купил! В РБТ.ру ничего не откладывайте с кредитом 0012. Так, стиральная машина Samsung с загрузкой 6,5 килограмм всего за 2499 рублей в месяц. РБТ.ру. Поможем использовать материнский капитал на покупку и строительство жилья. 8 800 775 12 72. В Туве заместитель председателя сельской администрации предстанет перед судом за покушение на мошенничество. Региональным следственным комитетом завершено расследование уголовного дела по обвинению заместителя председателя сельской администрации Тандынского района в совершении преступления, предусмотренного статьей «Покушение на мошенничество», совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, которое не было доведено до конца по независящим от нее обстоятельствам. По версии следствия, по июнь 2017 года обвиняемая, занимая должность заместителя председателя сельской администрации, достоверно знала о том, что местная жительница является участницей федеральной целевой программы по улучшению жилищных условий. Затем с целью хищения денежных средств потерпевшей обвиняемая убедила потерпевшую передать ей денежные средства в размере 102 тысячи рублей в качестве взятки для решения вопроса о неисключении ее из списка получателей данной субсидии. При этом обвиняемая достоверно знала о том, что потерпевшая на законных основаниях получит данную субсидию и каких-либо оснований для исключения ее из списка не имеется. В дальнейшем в августе 2017 года обвиняемая получила от потерпевшей денежную сумму в размере 102 тысяч рублей, однако распорядиться ими по своему усмотрению она не смогла, поскольку была задержана сотрудниками в рамках оперативно-розыскного мероприятия. Комиссия правительства Тувы по присуждению грантов и премий главы республики совместно с Министерством образования и науки объявляет о начале приема документов молодых ученых до 35 лет для участия в конкурсе. Гранты главы Тувы выделяются для проведения фундаментальных и прикладных научных исследований, имеющих значительную научную новизну, важное значение для социально-экономического развития республики. На конкурс также могут быть представлены работы, рекомендованные научными учреждениями и высшим учебным заведением Тувы. Минобрнауки организует экспертизу представленных на конкурс заявок, планов работ и смет расходов на выполнение научных исследований и передает результаты в комиссию правительства республики, которая проводит конкурс и определяет его победителей. 12 грантополучателей с учетом установленных квот и имеющихся рекомендаций, а также вносит на утверждение правительства Тувы. Размер гранта определяется исходя из расходов на выполнение научных исследований и оплату молодому ученому. В рамках профессиональной ориентации школьников министром здравоохранения Тувы организована ознакомительная экскурсия для выпускников 5-й гимназии Кызыла по ведущим медицинским учреждениям республики. Это резбольница номер 1 и перинатальный центр Тувы. Отмечается, что это вторая в этом месяце встреча министра с учащимися выпускных классов. Старшеклассники увидели работу медиков в приемном покое, заглянули в операционные залы, посмотрели, как делают обследования на современных высокоточных диагностических аппаратах. Например, на аппарате УЗИ увидели, как развивается ребенок до рождения. Врачи перинатального центра показали и сам процесс рождения ребенка на тренировочном манекене. Провели показательные лабораторные исследования крови. Старшеклассники смогли в реальных условиях примерить на себе сложную профессию врача. Аржана Сталол – молодая актриса Национального театра Тувы. Будучи школьницей, уже знала, что в будущем свяжет свою жизнь с театром. В 2012 году окончила Восточно-Сибирскую государственную академию культуры и искусств по специальности актер драмы и кино с углубленными занятиями по вокалу. Я ребенок закулисный, я выросла за кулисами. У меня мама актриса, заслуженная артистка Российской Федерации, народная артистка Республики Тува Анзат Кулар. И выросла за кулисами, поэтому, мне кажется, другого-то у меня выбора-то и не было, как не стать актрисой. Эта профессия была выбрана моим сердцем, моей душой.
Еще студенткой начала играть главные роли в дипломных спектаклях, которые были поставлены на сценах учебного театра в Улан-Удэ и Национального музыкально-драматического театра Тувы. Самую первую свою роль в составе актерской труппы Тувинского театра она вспоминает с теплотой. Это был «Кенгуренок» в детском спектакле. После уже пошли драматические роли, говорит Аржана. За 5 лет работы сыграла множество ролей. Раньше, да, вот в театре было такое понятие, как амплуа. Травести, героиня, возрастные роли, да. А в нашем, вот уже в нашем современном времени нету такого понятия амплуа. Каждый актер должен попробовать себя везде, то есть и старческие роли, и роли травести, и героиня, и, в общем, актер должен быть универсальным, есть такое понятие. Но я больше себя люблю, наверное, я драматическая больше актриса, хотя не знаю. Кроме того, Аржана Столол – неоднократная победительница международных, российских и республиканских вокальных конкурсов. He's gonna leave this town. В этом году Аржана Столол вместе со своими однокурсниками Уранолом Столол, Айдысом Даржай, Таной Хувенол и Натальей Сарык отмечает 5-летний юбилей со дня окончания вуза. К знаменательной дате артисты подготовились основательно. На этих выходных они порадуют жителей и гостей столицы концертной программой и премьерой спектакля «Эксперимент». Так как вот этот юбилейный год у них, 5 лет, маленький юбилей, ну, необходимо показать, что они достигли, чего не достигли. Поэтому вот ребят, по просьбе ребят мы поставили с ними спектакль «Эксперимент» для молодежи, в большем случае, и о молодежи. Кроме того, актеры представят зрителям и вокальные номера. Также на творческом вечере прозвучат стихи поэта и народного писателя Тувы Эдуарда Межита. Спонсор выпуска прогноза погоды – «Отличные наличные». Компания «Отличные наличные» рады видеть вас в любом из своих офисов в более чем 80 городах России – от Камчатки до Калининграда. Компания «Отличные наличные». Получайте займы на займ-карту в любой момент, просто по звонку. Переплата по займам – такая маленькая, совсем малышка. «Отличные наличные» – ну очень маленькая переплата по займам. В ближайшие сутки по республике ожидается небольшая облачность, без осадков. На дорогах гололедица. В Кызыле облачно, без осадков. Ночью -24, -26 градусов. Днем -16, -18. Каждый новый займ больше предыдущего. И каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов, больше сумма. По сообщению Гисметео, в предстоящие сутки в Туране и Ирадане погода ясная, без осадков. Температура воздуха утром -24 градуса, днем -18. На Полке ясная, без осадков. Температура воздуха утром -12 градусов, днем -9. В Танзыбее ясная, без осадков. Температура утром -22 градуса, днем -12. По всей трассе проезд удовлетворительный.